Друзья, всем здорово, с вами Эрнесто, и сегодня в ролике я вам покажу аккаунт, на котором имеется 10 миллиардов вирт. Я возьму небольшое интервью у этого игрока, который находится в топе сервера Arizona Saint Rose. Кстати, если ты хочешь получить халявные 900 тысяч, то тебе достаточно указать мой ник при регистрации и на 5 уровне активировать мой промокод хэштег Эрнесто Шоу. Всю информацию ты найдешь в описании. Также у меня есть маленькая мечта добить до нового года 70 тысяч подписчиков, и без твоей помощи мне не справиться. Поэтому подпишись на мой канал, если ты еще не подписан, и установи колокольчик, чтобы тебе приходили оповещения. Ну и если здесь за один час наберется хотя бы 200 лайков, то я уже буду счастлив. Желаю приятного просмотра и погнали! Друзья, я уже зашел на сервер через ваунчер, и давайте нажмем буковку М. Открывается браузер Аризоны, здесь можно нажать карту штата, форум, задонатить там и официальный сайт. Давайте нажмем именно на него. Мы здесь ищем наш сервер Saint Rose и переходим в рейтинги сервера. Вводим самые богатые игроки. Здесь всего 15 мест, я, кстати, на 12 месте что-то тут делаю. В общем, тут идут самые богатые игроки сервера по возрастанию, то есть чем выше, тем богаче. Получается, у нас самый богатый на сервере — это Райвер Феникс. Ну-ка, давайте скопируем его ник и чекнем его аккаунт. За ним уйдем в слежечку. Чем он у нас занимается? А он у нас стоит рыбачит. Это, наверное, он, скорее всего, проходит семейный квест, где нужно поймать тонну рыбы. Давайте сейчас введу чек-офф. Уровень 254. Донат счет 12600 у него. Деньги на руках 1 миллиард 947 миллионов и 981 тысяча. Номер телефона, кстати, у него такой неплохой. Все шестерки и четверочки в конце. Деньги в банке у него тоже 2 миллиарда с лишним. Состояние личного счета у него 1 800 000. И деньги на депозите у него также 2 миллиарда с лишним. Плюс ко всему, у него есть премиум VIP. Но что самое интересное, у него нету никаких домов и никаких бизнесов. То есть имущество у него все лежит в виртах. Ну и есть какие-то автомобили, там Маверик, Горник и ФКР-900. Автопарк у него тоже довольно-таки скромненький. Я, если честно, вообще не понимаю, зачем он хранит все эти вирты и не имеет вообще никакого имущества, недвижимости там и так далее. Очень странно. Взять бы у него интервью, но мне кажется, он у нас АФК. Давайте посчитаем суммарно, сколько у него виртов. В общем говоря, у него где-то в районе 8 миллиардов общей суммы. Это довольно-таки внушительная сумма. Вот, на рыб можем посмотреть, в принципе, почему бы и нет. Я спросил, он тут или нет, но в ответ только молчание. Кстати, давайте еще чекнем его инвентарь, потому что инвентарь я не чекну, к сожалению. Так, 527. У него очень много семейных талонов, очень много бронзовых рулеток. Что у него тут еще есть? Золотая рулетка, крылья, голова дьявола, всякие аксессуары, короче. Ну, инвентарь тоже вроде не особо богатый у него. Ох, а че, куда, ебать, а куда мы поплыли-то, братуха? У нас из водного транспорта получился подводный, зато я могу побегать вот под водой. Я как Спанч Боб. Короче, у него транспорт просто универсальный. Захотел — в космос полетел, захотел — под воду нырнул. Может, и на суше еще умеет ездить это корыто. Я хочу найти хоть одного мажора, который бегает или что-то делает, и поговорить с ним. Спросить, как он зарабатывал эти деньги. Позвать его, может, в Дискорд. Блин, ну что-то реально какой-то бред. Вообще никому не могу найти. О, кто-то получил за регистрацию на мой ник 30 тысяч автоматом. Красава. Так, Дамьян Медведев. Во. Ну-ка, вот этот у меня на стримах часто в рулетке играет. И он довольно-таки тоже богатый. Смотрите, он всегда играет. Вот это, наверное, единственный мажор, который постоянно в движении. Давайте чекнем его статистику. У него 58 уровень. 2 миллиарда 730 миллионов. Что это за читер у нас, я не понял. Нифига себе читерюга, может его забанить, блять, и все, обнулить верты. У него премиум VIP также есть, деньги в банке у него 2 миллиарда, ну и на руках 2 700, как я уже сказал. В суммарном у него 4 700, около 5 миллиардов у него есть, плюс у него 2 бизнеса, это 165 бар, который сейчас самый топовый, такая реклама ему бесплатная, и 210, это ферма хлопка и льна. Ну и Маверик, Инфосер и Санкинг у него есть из транспорта. Можем чекнуть также его инвентарь. У него тут тоже всякого дерьмища. Сертификат читаха у него тут есть. Машинка на радиоуправлении. Ну, инвентарь у него побогаче, чем у остальных, конечно, намного. У него тут есть дорогие аксессуары, потому что... Я к нему-то пэкнулся. Ку! Я у него спросил, сколько у тебя в общем бабла, если взять все имущество. Суммарно. Думаю, 10 ККК. Так, у него есть Дискорд, отлично. Сейчас его добавим. Короче, смотри, ты попал на обзвон мажоров сервера Arizona RP Saint Rose. Вот, представься, скажи, сколько тебе лет, как тебя зовут? Кирилл, 15 лет. Ага, где живешь, если не секрет? Воронеж. Воронеж, нормально. У тебя ник Дамьян Медведев, правильно? Да.
Так, ты сейчас находишься на 4-м месте в списке жестких игроков. Да, да, верно. Так, а какой у тебя айдишник? У меня 365-й. Блять, я неправильный пароль от админки ввел, сука. Бля, о, заебись, все, подожди. Мне заново заходить надо. Короче, расскажи, с чего ты начинал и как ты вообще заработал эти верты? Ну, по сути, задонатил. И потом начал развиваться. А сколько ты донатил? Ну, где-то 25. 25 тысяч рублей, да? Да. Ну, это, наверное, по-любому на X4, на X3. Ну, да. Угу, понял. У тебя 56 уровень. Ну, для 56 уровня это жирный вообще аккаунт, на самом деле, очень жирный. Согласен. То есть, у тебя, если продать все бизнесы, машины, там, дома, если у тебя есть, у тебя выйдет под 10 миллионов примерно. Ну, да, где-то так. Ой, 10 миллиардов, точнее, 10 миллиардов. Не, ну это да. Жестко, это жестко на самом деле. Если продать верты, сколько это, интересно, выйдет в рублях? Ну, я вообще хз. Ну да, правильно, не надо этим интересоваться. Ну так, просто на всякий случай. Ну если так предполагать, там, ну пусть 1 миллион 25 рублей, может 20. Так, все, ладно, проехали, блядь. Ты на автосалон. На автосалон, да, хочешь купить? Да. На тот же, который я, в принципе, хочешь купить, да? На Лос-Сантос. Думаю, 1300 накопить и потом додонатить. Так, а сейчас сколько у тебя за Аризона коинов? У меня там только 10к, я вот позавчера начал фармить. Ну да, подарки открываю, рулетки. Ну там, я тебе скажу, очень дорого у бота. То есть, чтобы ты понимал, я вот недавно посчитал, 60... тысяч Аризона коинов, это получится на 3 миллиарда. Это, ну да, это очень так. Дорого. Вообще у тебя интерес к сампу не пропадает, имея столько имущества? Ну, когда вот уже нечего было делать, и когда я купил бар, ну он был нулевым, типа его с нуля распиарил, можно так сказать. Угу. Он был популярен, 51-й. Вот до бара не было интереса к игре, вот бар типа появился, стал интерес играть дальше. Кстати, когда твой бар, получается, 165-й, ты же держишь бар, правильно? Возле uh-huh. центрального рынка. Раньше же был топ 51-й, потом его закрыли и все стали как к тебе ходить? Ну, я думаю, типа, можно попробовать перепиарить, начать пиарить. Ну, как бы 51-й сейчас никто пиарить бы не стал, потому что оно администраторов. Конкурсами, и ничего, так люди стали ходить ко мне. Uh-huh. И сколько у тебя сейчас там финка, вот, ну, средняя, так возьмем, в день вот? Ну, пускай 100 миллионов где-то 100 так. 100 миллионов в день, да? А чистыми сколько ты получаешь лично себе? 80. 20 у тебя, получается, на пиар там уходит туда-сюда? Ну, да. Ну, нормально, вот откуда у тебя верты, теперь мы все поняли. А ферма «Хлопка льна», ты ее выиграл недавно у меня на стриме в рулетке, и она, ну, там, в принципе, не очень много приносит прибыли, я вчера чекал финку. Ну, да. Ну, уже 1,4 предлагают за нее. Угу. Ну, а так она так и стоит примерно где-то. Ну, да. Ну, я ее не хочу продавать, типа, как монополия. Она единственный бизнес на сервере, поэтому буду держать. Ну, в принципе, все, вопросов у меня больше нету. Развивайся, красавчик, чё. Давай там на первое место сдвигайся. Ну вот мы и в принципе взяли небольшое интервью у одного из самых богатых игроков сервера. На этом я уже буду с вами прощаться. Я надеюсь, что ролик вам понравился и ваш лайк уже поставлен. Также подпишитесь на мой канал и помогите мне до нового года добить 70к подписчиков. Это моя маленькая мечта. Всем спасибо большое за просмотр. С вами был Эрнесто. Всех крепко обнял. Пока-пока.